Иду выгуливаю водолаза своего. Я просто смотрю вон туда. Сейчас, подожди. Там еще больше моего водолаза. Раз. 150. Пошли! Пес. Всем привет. Идем. Опять звонок поступил. С автолака. Что-то им там надо. Идем смотреть. И узнавать, что им надо. Давай, иди. Мы уже близко. Осталось буквально 20 метров. 20 метров. Это много? Это нет. Мы уже пришли. Пришли. Собаку нашу не съел. Иди отсюда, эх. Давай, иди. Давай, иди отсюда, а. Что ты хочешь? Иди. Все, давай, иди. Иди. Иди отсюда. Тедди, тебя чуть не съели. Мама так, ух ты. Тихо-тихо, только не подходи. Вот они, двери. Задние деревья. Крылья. Сдувают они, пузырятся. А, вот. А? И понял. Надо будет докупить, поменять, чтобы комплекты машины. Ну а что, больше ничего не сделаешь. Больше с дверями никак, а вот. Ну, дверями, ну, делай, что, как бы отписка струили, намазали всем, чем можно намазать. Потом их что, блядь, после покраски замовились, блядь. Ну и как бы все, сколько проходит. Ладно, налить. Только не мовили, а налили маслом. Маслом? Мешать на мобиль масло, потому что мобиль высыхает, а масло дает жирную пленку, не дает высыхать. Крепления нету, сейчас еще вот на разборочку зайду, но мне посоветовали, еще магазин есть, но туда надо идти, магазин Sigma, называется ремкомплекты для фар. Знаешь, сейчас спрошу, может, крепление есть похожее, что-нибудь. Хотя бы. Вот в этом доме немецком мой корефан жил. Вот сейчас первый этаж весь был. Сейчас он переехал. Жил в соседнем доме. Он с Анжелкой, с женой развелся. Нашелся рядом. С ней живет. Сейчас путь держим. Магазин Sigma. Найти, потому что на разборках нету этого крепления, а в этой Sigma, возможно, что-то будет. Поэтому сейчас держим туда путь. А может, вообще не пойдем. Магазинов нигде нету, на разборках нету. Нашел 3D принтер, с человеком созвонился, договорился. Сейчас едем с Кириллом на автобусе к нему туда домой. Он делает это все на дому. Значит, цена вопроса 1800, но это не точно. Нет, может быть 1500. В общем, три штучки мне этих надо. Он говорит, надо посмотреть. Срок изготовления там 4 дня. Потому что людей много, заказов много. Все, в общем, он меня ждет. Мы с Кириллом выдвинулись. Пока выходной. Надо воспользоваться этим.
А потом, если что, он такси доставит эти запчасти, так что бабки отдам и все. Как доставка. Надо было снять. Ну, так ну, то, что, ну я сам отогну. Да. Ну, мой материал, сразу говорю, он мягче. Я могу вынести, показать сейчас. Будет, ну... Вообще ничего нету, хоть такая. Ну, хоть такая, да, потому что никто не сделал в Калининграде. Да. Все равно. У меня, наверное, одна из лучших печатей в области. Да? Ну, я тебя на первом месте, ну, просто уж так. Ну, за красивые глаза. А-а-а. Хорошо. Сейчас вас давай это, слышишь, пирожок, дай сюда. На, ешь круассан. Зачем? Свой. В смысле зачем? Зачем я тебе его купил? Давай кушай. Давай, ешь. Я ж тебе купил, чтобы ты покушал. Он с малиной, очень вкусный. Приятного аппетита. Здесь у нас заправка. Все усыпано. Засыпано. И что здесь? Если помогли. Пошли. Вот сюда мы отдали. Вот девятиэтажка. О. Сюда мы отдали. То есть фиксатор. Для фары. Я что подумал? А ну-ка, Кирюх, пошли вниз, а? Мы сейчас... Я здесь не ходил, но мы сейчас пойдем через раньше здесь находилось. Пошли. Иди сюда. Здесь находилось немецкое кладбище. Вот в этой половине, в этой части. Вон та, где та вот высотка. Там находилось кладбище. Иди сюда. Значит, с этой стороны до Карелевских ворот было еврейское кладбище, да, евреи хранили. А с той половины, за Королевскими воротами, находилось немецкое кладбище. Не знаю, новодел это нет. Мне кажется, что это новодел. А, фиг его знает. Дорожка. Я, скорее всего, новодел. Немцы так не делали. Какая дорожка. Прикольно. Это болото. И вот, значит, насчет кладбища. У меня кореш, то ли бетонщик, то ли арматурщик. В общем, фундамент, который заливает, колонны заливает там и так далее. По бетону, в общем. И он рассказывал, когда фундамент копали здесь. Ой, ничего здесь, еще какая-то стена. Фундамент копали, говорит, выкапывали гробы с телами немцев. И прямо в грузовик грузили. Там, говорит, даже эти тела были, даже, которые не полностью гнили. Представляете? Вот, и как бы это вывозили грузовиками, куда вывозили, неизвестно. И на помойку куда-то. Стены делали, снизу камень вложили. А не так, как тут бассейн. Стена такая. А за этой стеной там находится, ну, сооружение. Они сейчас используются под склады продуктов питания. Там сыры, масла, молочка. В общем, здоровый там ассортимент. Ну, я был там как-то. Так, в принципе, красиво. Камеры не передают. Так,
По-моему, да, вон там клавиши. Здесь не знаю, но там клавиши. Может здесь. Главное, гопников не встретить. Надеюсь, сзади люди, если что, помогут. Я внимание, боязнь. Жестко. Я всегда готов где-то что-то кого-то. Если что, привычка. Ну или бежать, на сыну куда я побежу. Только вбиваться. Но сейчас нет, я не заметил, гопников. Я вот с работы хожу по тропинке, где вот эти вот ошибки там валяются. Ни разу, к лицу. Мне еще месяц ходить, полмесяца, поэтому ну ни разу такого не было. Прикольно так сделано, угол, короче. Оп. Мусорка, Кирюха. Пакеты. Пошли, пошли. И в общем, там мост какой-то. А, ну все, все правильно, вот здесь кладбище. Вот он дом, а вон уже дерево. Вот здесь кладбище было еврейское. Мы с вами были, кстати, ходили, там эти плиты валялись. А с той стороны, за королевским воротом, там тоже я видел эти, ну, плиты гробные. Там, кстати, была, ну, лесополоса. Потом убрали этих. О, это какой? Ну, все убрали, лес расчистили, дома построили. Так же, как вот это. Вот. Про те дома ничего говорить не буду, потому что ничего не знаю. А здесь вот точно, прям вот, сказали, что корень сказал, что выкапывали. Здесь, конечно, болото. Болото. Не речка, а болото. Я уверен, что вот это все с домов. Все прям сюда и выкидывать. Сто пудов. Не знаю, вонючее. Запах от нее идет. Сыпалась вот стена. Либо что-то здесь было. Ну, она стена и была здесь, скорее всего. Бахнуло что-то. Пошли, Кирюх. Киря, Кирилл, пошли. Зачем тебе это? Скажи мне. Здесь, что здесь было? Водонасосная станция какая-то. Немцы. Так. Там сюда, наверное, но где? Кирилл, пошли. Дамба. Трава горит, Кирюха. Нет, не, даже не подходи. Возле речки вот эти вонючки. Кафе сделали. И чё, и музей. Музей, ладно, там зашёл, да, там. Ну а кафешку, я не знаю, может быть она просто раньше не пахла, сейчас запах такой передает. Вот они, королевские ворота, и как я говорил, на той стороне дороги, вот где высотка, вот там лесополоса, там было кладбище. Я не знаю, может там что и осталось, мы можем перейти, посмотреть, здесь, по-моему, нету пешеходного перехода. Если будет, мы перейдем. Перейти нам на ту сторону не получится. Пешеходных переходов нету. Ну, кореш в садик ходил, здесь был детский садик. Сейчас что там? Нормально, живой? Да. Ну ладно. Улыбается. Сейчас иду, вспоминаю, думаю, что-то знакомое, вспомнил. Зовут его Андрей. Вот. У него мать инвалид. Она в молодости упала с бункера, переломала позвоночник, в общем, на колясочнице. Вот, а он получается, бухал, походу, метанола бахнул, ну что там. Короче, ослеп, и он слепой. Квартира у него здесь, у него две квартиры. Значит, у Слепкова, у нас, у Сакова. И он этот, ну, бухой, я сейчас просто подошел, лыка не вяжет. И он, кстати, хорошо играл на гитаре. У него еще сестра была. Как же ее звали? Такая красивая. Тоже от Синьки. Ну, в общем, такая вот
у них история. Но у него есть, получается, племянники. Племянники вроде толковые, не пьющие. Так, у нее было, у его сестры трое детей. Вот, получается, и они живут в пятиэтажках. Он ходит в эти пятиэтажки Васюкова, либо в Малый Исаково. О, память у меня хорошая. Приехал до мамы, дал мешок. Маленький у меня в подвале был, с поклевки. В общем, фишка какая. Да, лампу поменял. Теперь надо заштукатурить. Вот. Заштукатурить поклевкой. Штукатурку. Получается, я... Погорели у меня драйвера. Вот эти вот. Вот они. Я его снял, это 220 на 12, поставил 220-вольтовые фонари, а теперь надо мне вот это все заштукатурить, ну, зашпаклевать. Соответственно, коробка там, и что, я вообще тупень, я затупил. Нужно было, короче, эту коробку ставить вот здесь. Вот это, получается, часть, я ее прикрутил, ну, чтобы козлы ставить. И теперь постоянно, я теперь на постоянной основе, наверное, оставлю, я не знаю. Закрасить, может быть, ее, либо ее выкрутить. Ну, выкрутить, там будут дырки. Я не знаю. А вот все заштукатурил. Осталось что, затереть все. А потом зашпаклевать финишной шпаклевкой. Она у меня есть. И потом финишную шпаклевку тоже затереть. Ну и покрасить. Все. Всем пока-пока. Берегите себя. Добра мира вашему дому. Не, подождите. Начну люстру здесь. Это, люстра перестала гореть. Думаю, там надо снять комплект диодов этих. Там ремкомплекты продаются. Вот на эту вот люстру. Она перестала работать. Датчик нажимал, как срабатывает на улице. Сейчас тепловизор позову. На камеру боится, короче. Да, говорю тихо, потому что чтобы она не слышала. Камера боится, как пулемет. Поэтому я ее так это поставлю, она не увидит, наверное. С моей устройкой поменяю. Ну, точнее, снимем это старое, я ей покажу этот образец. Она купит. Но это не точно, потому что она мне уже сказала, что... Слав, ну блин, я не то куплю, так что поедешь покупать. Я говорю, это мне не на чем. Она говорит, ну когда сделают машину, это не к спеху. А я не могу. Ну, по идее, должно все работать. Там, там две минуты. А у вас отвертка же есть, да? Плоская, по-моему. Вот надо отвертку, по-моему. Ну, если что, я поищу, но здесь я не знаю точно, есть или нет. Ну, вот краска, это вы красили, да? Я делала 3 года. Целых 2 дня стирала эту покрытку. Мозоль на этом. Ну, как-то. Потом шпулила. Потом все полицейское. Ну, больше вылазить, вылазить не будет. А вылазить не будет больше ничего? Смешивали с колером. А. Вылазить не будет полосы? Я сначала защели замазала, потом зашпурила, не знаю. Клей для плитки. Сейчас, пожалуйста, там со цементом выскакивает, а клей для плитки не знаю. Ну понятно. В общем... Что, давайте я вам сейчас сниму быстро. Так, стоп, наверное, неудобно. Надо по-другому раз поставить. Неудобно, да все удобно. Нет, надо чуть-чуть в сторону. В смысле в сторону? Не, слезь. А не надо.